спринтер 411. Я попытаюсь найти салонный фильтр. Для этого нужно этот чехол снять. Так, ну одной рукой это делать не так удобно. Сейчас я двумя руками сниму и покажу потом. Вот здесь они, немцы, липучки все сделали в некоторых местах. Я думаю, это вот утеплитель, чтобы когда летом отсюда сдувает воздух, чтобы не задувал теплый воздух. Ну, чтобы кондиционер хорошо работал. И еще закрывает здесь вот отсек мотора. От пыли защищает тоже хорошо. Вот мне удалось отделить вот эту крышку. Она держится вот этим вот одним фиксатором, и точно такой же фиксатор находится вот там сзади. Вот первый, и там второй сзади, поэтому там надо просто его нащупать и вот так же отстегнуть, и эта крышка просто съезжает туда направо. У меня здесь вот такие вот полозья, которые вот сюда вот заходят. Но там салонного фильтра нету. Поискал я и пришел к выводу, что салонного фильтра в этом автобусе Mercedes Sprinter 411 Луидор шестиколесный, его нету. Здесь просто сопло. Наверное, он здесь должен был бы быть, на других моделях. Здесь уже стоит мотор, крыльчатка. Здесь салонный фильтр никак не может быть, если даже как-то попытаться извраститься и открутить вот эти три шурупчика, что очень даже затруднительно, потому что отвертка она вот просто не крутит и наискосок встает, а это так вообще не подлезешь к этому. Здесь просто я доберусь до мотора, и вряд ли здесь будет размещен салонный фильтр, потому что тут крыльчатка стоит. Так, там темно, не видно, но вот там внутри он, там уже засасывает воздух крыльчатка. Все, уже больше вариантов нет, отсюда воздух засасывает, там крыльчатка уже крутится, здесь ну, крыльчатка с мотором. Вот он мотор. Чик. Воздух потом идет, подается вот сюда. Отсюда выходит и идет, засасывает вон сюда в салон. И что получается? Нету салонного фильтра.